Мне звонок по городскому из Москвы. С вами хочет поговорить зять Леонида Ильича Брежнева, уже умершего давно, Чурманов. Он звонит и говорит: здравствуйте, Кирилл Александрович. Я вот такой-то, вы знаете мою непростую судьбу. Сейчас я возглавляю Российское общество по оказанию помощи заключенным там и прочее. А что вы хотели? У вас есть такой Облязов, он сидит в тюрьме. Как вот ему помочь? Как вы считаете? Ко мне серьезные люди обратились здесь у нас в России. Я говорю: а что вы имеете в виду помочь? Передачу принять от вас? Или что еще? Ну, Кришанович, вы серьезный человек, понимаете суть проблем. Я говорю: вы знаете, я не поддерживаю ваши намерения, а ваше участие не требуется, он говорит. Вы знаете, есть другие рычаги воздействия и так далее, и так далее. Вы просто мне скажите, стоит ли этот человек того, чтобы за него заступаться, да. Я сказал: нет. Человеку была доверена одна должность, вторая должность. Я говорю: обратитесь к Чубайсу, он хорошо знает их столкновение. В курсе его, да? Ну, говорю, вы знаете, это самое, это не будет воспринято вот ваше какое-то участие. Это первое. А второе, то, что вот он сидит, никто не решит его проблемы. Только глава государства, порядки помилования. И все. Спасибо. Очень ценный разговор. Вам большое спасибо. Я понял. И все. Вот такой был разговор.